Привет, меня зовут Иван Савин. Добро пожаловать на курс введения базы данных. Из этого курса вы узнаете много теоретических подробностей того, как работают базы данных, как проектировать базы данных. И также уже в этом модуле вы получите некоторые практические навыки работы с реляционными базами данных. Данный курс поможет вам узнать об одном из наиболее популярных способов персистентного, то есть длительного хранения данных. Курс рассчитан на тех, кто периодически сталкивается с базами данных, но хотел бы систематизировать свои знания, чтобы самостоятельно и уверенно применять эти знания в своей работе. Также курс подходит тем, кто хотел бы сменить профиль своей деятельности и сталкивается с базами данных намного чаще, например, в роли аналитика, удовлетворяя некоторые информационные потребности и составляя различные полезные отчеты, или же в роли разработчика, пишущего программы, которые используют базы данных, а почти все программы используют их. Также в курсе рассматривается основа системного администрирования баз данных. Курс построен таким образом, чтобы можно было как можно раньше попробовать различные аспекты работы с базами данных и понять, насколько это интересно именно вам.